Костроме задержан подозреваемый по делу о пожаре в ночном клубе «Полигон». Трагедия унесла жизни, по последним данным, 15 человек. По данным следствия, подозреваемый, недавно вернувшийся из Украины военнослужащий, в ходе ссоры с другим посетителем достал ракетницу и выстрелил в потолок. Также сгорел расположенный рядом магазин, но он ночью был закрыт, внутри никого не было. Понедельник объявлен в Костромской области днем траура.